Зовут меня Сергей, я с Москвы. В Харьков приехал пару недель назад, на Новый год. Вот, остановился я здесь, так как мы приехали с друзьями отдохнуть. Вот, поэтому нам нужны были некие такие, хорошие, качественные квартиры, чтобы можно было, если что, привезти сюда девушку. Вот, чтобы было самому не стыдно в них жить, чтобы было, как-то было комфортно и хорошо. Вот. Соответственно, приехал на тренинг по улучшению взаимоотношений между парнями и девушками, по улучшению качества своего жизни, вот, для того, чтобы лучше находить с людьми общий язык, для того, чтобы становиться лучше. Вот. По квартире. Квартира охуенная, если честно. Вот. Немножко, мне кажется, говорить, что она была немножко дороговато. Немножко дороговато. Вот. Но она стоит своих денег. Вот. То есть это. Дороговато было немножко для меня, потому что я снимал ее один. То есть я брал две изолированных комнаты. Вот. Большой коридор, кухня отдельно закрывающая. То есть, в принципе, можно действительно. Барная стойка. То есть, в принципе, можно огромное количество народу сюда помещать, и есть куча мест, где можно просто закрыться и пообщаться с кем-то тет-а-тет, что в целом очень здорово. Туалет, душ тоже разделены, поэтому, опять же, если можно долго купаться в джакузи, который тут тоже есть и работает, то в туалет никто отдельно будет ходить, то есть можно не особо не париться по этому поводу. То есть в этом здорово. Вот. Диванчик охуенный. Причем очень интересно, то есть тут охуенная кровать большая, на которой можно спать. И есть еще такой классный кожаный диван, то есть на любителя, но он реально кожаный. То есть это, я не знаю, что-то хорошая кожа, не хорошая, но он клевый. То есть я испытал его на себе, и когда мы приводил сюда девушек, как-то они прям, давай на диванчик. То есть диванчик был крут. Вот, очень-очень рекомендую. Вот. По удобствам все хорошо, единственное, что там в комнате немножко с проводкой была проблема, получается, с краю от дивана, отошел немножко провод. Но в целом, очень много всяких неоновых подсветок, там сверху, сбоку, в джакузи, там сверху такое звездное небо сделано, классно. Вот, то есть, очень такая ароматичная, уютная, на самом деле, квартира. Вот. Обогреватель есть, камин есть, поэтому можно, чтобы было жарко, в каждой комнате есть окна, можно открыть, будет прохладно, в общем, в целом, очень-очень здорово. И что приятно было, это то, что, мы, разумеется, потратились немножко по деньгам, и Леня, это хозяин, так понимаю, да, вот эта квартира, он нам сделал бонус на то, чтобы мы еще пожили там денек на халяву. То есть мы сэкономили там денег хорошо, что в целом очень приятно было, неожиданно. Вот. И все, наверное.